Здравствуйте, меня зовут Артем Донсков, мне 14 лет. Я работаю в гардеробе Року Сити Холла в этот трагичный день, 22 марта. Сначала все начиналось как обычный концерт. Мы принимали куртки, и оставалось совсем немного до третьего звонка и, соответственно, начала концерта. В один момент начинает бежать огромное количество человек. Спускается наша девушка-работница и говорит, что не знает, что делать, там стреляют. А мы ничего не слышали и, соответственно, никак особо не отреагировали, просто было непонятно. И потом мы услышали через секунд пять очередь выстрелов, и все начали кричать, бежать в сторону служебного помещения. Когда все прибежали в сторону к служебному помещению, там еще и рядом туалет, все оказались в тупике. Мы с ребятами это увидели и решили все взять в свои руки, развернули их и повели в нужную сторону. Как раз там открыли аварийный выход, и все вышли через него. Мы с работниками старались убедиться, что все люди вышли, эвакуировались, и что мы никого там не оставили. Соответственно, выходили мы тоже самым последним. Провели людей до торгового центра «Вегас», провели до метро, помогали, старались помочь, чем можем. Проводили в сторону МКАДа, в сторону парковки. В общем, старались убедиться, что все со всеми будет в порядке.